Ну, всем привет, с вами Техномакс, мы продолжаем Quake. Уровень too deep, too greedy. Это слишком глубоко, слишком жадно. Что жадное, непонятно. Ну, сейчас разберемся, что жадно, бля. Столько взрывных бочек. И почему-то здесь трупы опять. Я же их не убивал. В прошлый раз, когда мы тут закончили, я даже не спускался сюда. И сверху никого вроде не расстреливал. А чё опять трупы? Так. А, о! Тут что-то есть. Что-то интересное, блин. Сейчас посмотрим. Патроны на оружбайку полно. Опять какая-то канализация, блин. Опять какие-то разрушенные замки и прочее. Там секрет может быть. Да, ядрический-то нахрен, а. Тут как-то, как мне кажется, куда-то можно запрыгнуть. Ну, сюда никуда, вот туда можно запрыгнуть. Правда, не знаю, что это даст. И даст это стой чего-нибудь. Как бы да, можно вот сюда попасть. Но это не секрет, это ничего. Так, если осмотреться, вообще ни хрена нету особо. Бля. Вот я хорош, конечно. Ладно. Идем дальше. Может, чего увидим. Где-то был этот, который плюется. Вот он белый на белых скалах. На фоне я его не заметил ни хрена. Здесь вроде ничего нету. О, как вас дофига. Вот они бы еще друг дружку перекоцали, было бы вообще хорошо. Во! Во-во-во, что-то начали они друг дружку там месить. А мы так немножко убежим. Хватит жить, сука. Живет и живет, блин. Я запрещаю так долго жить, нежитель. Так, вы там умники. Угу. Дробовые патроны самые многочисленные, поэтому хорошо бы тратить вот в таких моментах, когда можно спокойно, безнаказанно, безопасно стоять их расстреливать. Там еще бегает, да. О, его отсюда. Бля, видно. Тут уже не очень безопасно. Тут что там, блин? Блин, а вот и дробовые начали патроны заканчиваться. Ну, как начали, так и закончили. Опять почти 50. О, ребята, а вы там сами что-то смотрите, как это? Нифига себе, блин. Я. Стреляют всякие. Готово сразу уложить. Можно этих короткими очередями поукладывать.
какой-то завод, карьер, что это такое? Офигели. Так. Еще одно. Писец. Ох, нихуя себе проломили. Я постоянно забываю, уж непривычка, что они могут тут ломать стены, блин. Где-то что-то еще делать. Как-то непривычно. Что уровень настолько дофига активный. Так, а это у нас там... Нет, ничего. Ну там кнопка, которую можно нажать. Тихо, тихо. Сейчас мы залезем, блин. Это не так сложно, как может показаться. Условия выполнены. Они задолбали своими телами закрывать бочки. Так, где... Блять. Ох, жаль, ракетницы нету. Сейчас как в харю бы залепил он. Как бы это все неплохо. Вот отсюда, по-моему, туда можно запрыгнуть, как мне кажется. Но это будет нереально, наверное, все-таки. Я пытаюсь понять, я, может, что пропустил. Но вроде бы ничего не пропустил. Фига себе место, чтобы запрыгнуть. Не, мне кажется, тут ничего нет. Сколько секретов? У 7 секретов, ебать. На секрете ли, бля. Тут есть еще вот этот узенький ход. Куда он ведет? Секретная область. Вот и ракетница, собственно говоря. Хорошо, ракетница есть. Теперь можно попробовать попасть вот сюда. Сохранимся. А тут ничего и нет. Поэтому, чтобы здоровье не было потрачено, здоровье, да, лучше перезагрузиться. Чё? Это кубики с рунами, бля, уже приготовили тут, чтобы украшать по своему вкусу. О, прикольно, гранатомет спрятали. Что такое? Просто светится. Да, просто светится, никогда не обращал внимания. Блять. Надо осторожней. Теперь всякое лезет тут. Нормально. Кого-то кроватью придавило. Это жилые помещения. Это шахтеры, что ли, живут? Что за шахты такие? Такое странное место. Прям вообще.
А, ну, туалет. Как же без этого? Ну, в туалет всегда с бензопилой ходит. Так, где еще есть тут? А, дверь заклинила. Нет, никого. Этих дома нету. А, тут была платформа лифта. И он что-то как-то не опускается. Нашел обход. Так, давай-ка мы тебя уберем нафиг отсюда. Прям в кубриках ракеты хранят, нормально так. Все ништяк. О, бля. Трубой придавило волосатого. Ну правильно. Хоть когда-нибудь ему будет сразу хреново сходу. Блять, а то каждый раз... В смысле? Что за херня? Что меня бьет, блять, платформой-то? Там воздух. Или воздух настолько плотный, что персонаж у нас не заходит? Столовка. О, раздающий. Весело у них тут в столовке, блин. Раздающая жрачку тут было. Ну, кнопочка. Блять, зря я это открыл. Кажется, мясо замороженное вырвалось на свободу. Что замороженная курица какая-то бешеная. Явно были нарушены правила хранения. Ну реально холодильник. Блять, чё они тут только не жрали, я смотрю. Вот прикольно так. Тоже динамическое освещение. Это вольеры для собак, непонятно. Загон какой-то. Так, сохраниться бы надо. А, ну вот это вниз и поехала платформа. А для чего? Стреляй по кнопкам, да я понял. Тут подсказки такие даются. Блять, их проще порастрелять нафиг, потому что они задолбали. Обстреливать. Уже брони не осталось. А вот, собственно, и... Да, да. Вот, собственно, и броня была. Там я... А, это руна. Я что думал, еще одна кнопка. Надо взять броню. Так, третья попытка взять простейшую броню, блять, которая тут просто вообще вот секретная область. С третьего раза только... Что такое с тобой? Что с твоей... физикой не так, блять. С физикой задница творится в этой игре. Движок как поменяли и начался пиздец. А, о, прикольно. Распечатал гробницу, они сами на него напали. Люк в полу открыт. Во-во-во-во-во, деритесь там между собой, а я подожду.
А они тупо их разрывают, короче. Так, какие-то раскопки это были. Интересно, что вот эти вот, которые должны быть обычно, ну типа зомбированные люди, раскопали какую-то гробницу, блин. И шамблеры на них налетели. Это странно, я думал, они все заодно между собой. Тут секретов вроде как нету больше. Показалось. Ох, ё. А если на ту сторону перепрыгнуть, это реально? Реально, но смысла нет. Какой-то глубокий-глубокий пролом. Не-не-не, стой. Мы посмотрим. Ага. То есть тут спуск без возможности возврата. Но такой хрень у нас вообще не напугать. Стоя тут в красном освещении, блин, придурки. Так, ну, броня рыцаря. Обычное дело. Какой-то храм подземный опять, собор. Тьмы. Еще один. А, вот. Это ничего. Тут два портала и какие-то они, блин. Так, ну руны заработали, да. Это чтобы вот эту открылось, да? А в смысле еще один, погодите-ка. Это мне нужно на время это сделать? Наверное. А, понял. Нужно было через портал, бля. Распечатал скотин этих, блядь, на свою голову. Ну, а с другой стороны, не распечатаешь, дальше не пройдешь. Дабл килл. Это что-то новенькое. Так. Не-не-не, извините, я, блин, там не буду стоять ждать, пока мне вломят. Остались еще, понятно. Я как бы вижу, остались еще. Какие, блядь, необычные уровни. Прям строение такое у них, ну, блядь, без аптечек задница. А аптечек нету. Эти порталы один в другой ведут, как бы, о. Вот, вот жалко, вот нельзя было вот эту штуку запустить, пока они внутри сидели, чтобы их там распилило блендером, блядь. Это было бы то, что нужно. Так, пролетай. Тут если на самом краю стоять, то вроде как не задевает. И, кстати... Молниемета до сих пор нет, а боеприпасы есть уже. О, хпшка. Тихо.
Не-не-не, ребятки, давайте-ка вот так. Чуть-чуть в мясо. Еще три. Вот, отлично. Пока была квадра. Хоть зачистили, блин. А где еще? Где ты, скотина? А, вот еще я вижу одну. Осталась еще одна. Это какой-то секрет, скорее всего. Тут слишком много кнопочек. Не-не-не-не-не-не. Нет, ты у нас красавица. Вот так будешь получать. По хлебалу, блядь. Так, аптечка. А, вон. Последняя. Условия выполнены. Условия... А, секретная область. Это вот... А, понял. Понял. Это у нас эти... Столбики и шафт на них. И не только. И броня. И ништяк. Во, кайф. Это все хорошо, а как дальше-то? Как бы оно неплохо, но, блин, дальше куда идти? А, о. А, лежи ты, бля. Блять, там были боеприпасы под эту хрень. Вот они. Сохранится. Еще боеприпасы, еще. Отлично. Вот это нифига себе. Вот это библиотека тут. Огромная. Или замок какой-то. Главное, темно-то как. Хотя в целом кое-что видно. О-о-о-о. Это вот те самые шахтеры. Что, руна уже? Подождите. А это... Что-то тут не так. А как тогда вот туда вот добраться? Или туда вообще не... Там же боеприпасы как-то не надо. Туда надо. Но меня смущает руна вот здесь. Какая-то подстава, блин. Найдена руна астрологов или... А, вот так, да? Прикол. Короче, здесь... Надо как-то... Обруливать, вот это прикольно. Вот эти вот заебали там. Да как? Я что-то... Надо быстро, что ли, пробегать? Прям вот так вот? Наверное, да. Как-то странно оно сделано. Блять, очень странно. Ну, прикольный уровень, что могу сказать. Ах ты ж, зараза. Если не сказать, залупа, блядь. А, ах ты, сука. Еще один. В темноте сныкался.
Осаждают тут прям, осаждают. Да проще с ними вот так разбираться. Ракет тем более полно. По-моему, их придавило там. Вот этой плитой. Занятно. Бля. Так, где там пулемет? Угу. То есть вот сюда. Ух, понеслась. Пачку хэдшотов тебе, скотина, блин. Хера так-то лабиринты, прикольно. Ой, там сколько электромета. Моя хотеть. Почти полный. Погнали. А, бля, иди ты в жопу. Вот молодцы какие. Хорошие мои, блин. Давайте пиздите друг друга по-страшному, бля. Блять, патронов не напасешься у них, на этих уродов. Сохраниться. Ох ты, сука, нихуя себе ты меня напугала как, а. Хуя себе они меня напугали, как жестко. Блять, как они меня напугали, а, сопли эти прыгающие. Они пиздец какие опасные. Прыгают как не в себя, блядь. Фух. Они же разрывают моментально, не сохранится. А чё вот это? Чисто последние слова десантника космического. А чё вот это? А, вот оно чё. Мы обратно вернулись аж сюда. Да, вернулся в машину. 172 из 172 противников, 4 из 7 секретов. Вот это простыню написали. Достославный воитель из машины, тебе удалось то, что было не под силу экспедиции. Они пришли из-за далеких звезд, на черном корабле, движимом плененными солнцами. Они нашли древнейшую планету и наполнили свой корабль ее обитателями. Твоими руками свершилось возмездие. Они разрыли священную землю, не сознавая, как близка была их цель. В твоих руках руны астрологов, возвращайся к машине. Все 6 рун в твоих руках, ты чувствуешь, как их мощь пульсирует сквозь время и пространство. Древние печати сорваны, путь к последнему испытанию открыт. Так. Тут все готово. С той стороны тоже. Сейчас должен был заработать... Да, главный портал. Хтон готов решить твою судьбу. А это босс. Ну попробуем прямо сейчас его вывести. О, из темных измерений поднимается Хтон. Уж какой там Хтон, не Хтон. Серебряный рунный ключ, нихуя себе. Золотой рунный ключ. Бля, чё, прямо на ходу нужно хуярить, да? Вы чё, ёбу дали, блядь? Уйдите нахуй от меня. Ебать.
Как-то это... Принимают тут кошмарно, жестко прям. Ебать. Что-то здесь, короче, очень жестко, блин. Открывай, сука. Его остановит только гроза. Да уйди ты с дороги, блядь, падлы. Они еще и мешают ходить по-нормальному. Так, надо их чуть-чуть это... Почистить. Сохранимся. А ты-то откуда вылез? Нахер, 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 съебываем, съебываем, потому что въебывает он жестко. Ага. В харю ему молния не нравится. Понятно. Значит, нужно собирать боеприпасы на молниемет и хуячить его, блин. Ай, блядь, как же он заебал своими этими херями кидаться. Пиздец у них, блядь, радиус поражения, я ебал. Ох, короче, сейчас попробую вывести, как получится, так получится. Кидается он просто бешено. Прикол в том, что он кидает не в меня, он кидает просто. Во все стороны прям. Прям расхуячивает, блядь. Вот бежишь, а он прям на упреждение кидает, по-моему. Да, он прям на упреждение кидает перед мордой. Нихера какой жесткий, блин. Нахер. Нахер. Бронька. Ай. Осторожно. Там еще хер этот бегает. Во, убрать его надо. Теперь сохраняемся. Блять. Нихуя себе, блять. Прям в хлебальник шар полетел. О, жесть какая, блядь. Ой, жесть какая. Пробегаем. Раз. Бабах. Мимо. В укрытие опять. Пиздец. Какой же охуительный босс, блядь. У-у-у, жесть. Так. Есть, удалось немножко выжить. Ну где ты, гандон, блядь? Тут просто звездене, что творится, блядь. Так, сохраниться. Так, надо брать, короче, боеприпасы. Раз они тут бесконечные. Да, блядь, а ты бись ты нахуй. А, кошмар. Ну, ракетомет, да, это хорошо. Но смысла мало. Смысла мало, как и патронов. Просто пиздец, как мало. А,
Честно говоря, я бы набрал патронов на молниемет вот здесь. Раз они появляются бесконечно. Ключ. О, опять появились. О. Хотя бы как-то что-то. Блин, это уровень прям вообще. А. Серебряный ключ. О, опять Гондурас вылез. Блять, какая жесть, а. Он просто неадекватный абсолютно. А, секрет. Ух ты. Так, есть у нас квадра. Сейчас попробуем. Ага. Опять стух, сука. Вот и хорошо. Так, разорвать. Сейчас я вам всем, суки, надаю тут, блядь. На, бля, успел. Ой, ёпта. Отлично. Не-не, пошел в жопу, блин. Нахуй. Ляжу, я тут ляжу, блядь. Так, сколько ракет? 13 штук. Уф. Это, бля, будет самая длинная серия, но я так понял, это все равно финал. Не, нафиг. Ай, в ногу попали. Он, блядь, вваливает, как не знаю кто. Нахер, нахер, нахер. А я говорю, не надо. Ай, сука. Ух, бля. Как бы выжить еще под этим ёбаным обстрелом, блядь. Ай. Ай-я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 й. Ура, сдулся. Так, ну чё, гамадрилы, блин. Начинаем получать. Ага, есть лифт. Это мы открывали. Монстры убиты все, секреты один из одного. А чё дальше-то? Что-то это открывало. А, во. Вот вниз. Ну, долго открываться будем. Типа открыли ход вниз. А зачем? И, кстати, я бы взял.
А, во, пройдено, нихера себе. Ух. Поздравляем с победой, ты вновь сражаешь Хтона, демона огня и мрака, повелителя подземного мира. Тебя не смогли остановить ни армии воинства смерти, ни сотни других чудовищ. Ты сильнее всех из чадий ада, которые были в распоряжении Квейка. Ты настоящий мастер, честь тебе и слава. Вот, я сюда-то портанулся в начало, как бы, чтобы там не мешало ничего на фоне. Что могу сказать? Последний эпизод мне очень понравился. Прям шикарный. Вот эта вот машина, да, и все ее измерения. Это был классный эпизод. Прям сделан как надо прям. И детальный, и интересный, и необычные какие-то ситуации. Моменты запоминающиеся. И... атмосфера прям вот, все очень четко, все очень крепенько, так правильный Quake такой, православный. Последний босс тоже в принципе нормально порадовал, хотя странно, что это опять Хтон, который был, получается, вот в оригинале первый босс. Как бы самого Quake так и не показали, который вот этот вот главный самый. Шубнигурат мы убивали, получается, эту... здоровую, которая со щупальцами. Хтона вот убили уже дважды. А Квейка все еще и нету. Ну, все. На этом мы, видимо, закончим. Весь Квейк полностью на данный момент пройден на харде. Всем спасибо за внимание и поддержку. Спасибо, кто смотрел. С вами был Техномакс. Всем до новых встреч. Всем пока.